Всем привет! Ну и где эта девочка? Вот она! Обещала я вам обнимашки в Инстаграм? Обещала? Вот они, обнимашки. Мы, правда, уже давно увиделись. Мы снимали Машу на канал, как мы ехали. Мы приехали в спа-салон. Сейчас заберем маму мою, вон она стоит на своем синеньком опеле. И пойдем наслаждаться всеми прелестями спа-процедур. А вот смотрите, она тоже там блог снимает, видите? Постучись к ней. А кому-то надо, там блог снимается. Мы хотим парить жопы. Ой, что-то холодный ветер начал дуть. Действительно. Мам, отойди. Вон он какой красивый. 1000 квадратных метров. 1000 квадратных метров. Там он внутри большой. Он большой-большой, да? Где? Вот она идет. Я тоже, когда узнала, что он 1000 квадратных метров, я, честно говоря, немножко таки подофигела. Тук-тук-тук-тук. Я свою маму всегда узнавала по походке, по звуку. Вот где-нибудь, если я там ее жду, и она идет в детстве. Ну и здравствуйте. Сзади. Тук-тук-тук-тук. Готовы? Да, заходите. Привет, мой зайчик такой приехал. Да? Маска надо, да, наверное. А может и нет. А мы уже тут переоделись. Я вот в последний раз накрашенная в этом влоге. Сейчас буду умываться. Взяла пеночку свою и взяла кремчик. Потом все-таки намазаться кремчиком, потому что буду засыхать. Хотя там, конечно, влажность, но все равно. Ой, я тут, кажется, не одна. Думала, что тут кто-то есть, а тут никого нет. Просто душевая. Упс. Такая. Так, все, меня там уже ждут мама с Машей. Мы уже разместились, а Маша уже быстренько к барчику. Да я ела один раз сегодня, а уже 4 часа 20 минут. Я тоже хочу еще что-нибудь съесть, кроме двух сырых яиц с хлебом. Так. Ризотто есть, смотри, рис шипит, спаржа, перец, болгарский суп. Да, там холодная вода. Звуки слышите? Девочка пошла в холодную. Так, в общем, вот здесь мы сели, мы заказали уже. Мама заказала мохито, Маша заказала мохито и еду, а я заказала смузи какой-то, детокс там. В общем, наверное, невкусный. Мы только что так хорошо в хамамчике посидели. Вообще распались, так приятненько было. Мама, тебе понравилось в хамаме? Очень. Да, а потом мы вышли, замерзли и пошли ходить по вот этой круговой, где холодная и горячая вода, холодная и горячая вода, по камешкам ходишь. Я вам показывала в своем блоге в одном из. А теперь нам принесли детокс-смузи. Я думала, он должен быть невкусный, я еще не пробовала, Маша сказала, что вкусный. Тут сельдерей, морковка, ну сами понимаете, да? Я бы такой дома делала. А, но он вкусный, потому что он на алоэ водичке вот той. А, ну с сахаром. Это не настоящий детоксный коктейль. Ну все, Шахерезада, Шахерезада. Мы, в общем, уже обошли все возможные бассейны и сауны. Принесли мое ризотто, но поставили почему-то Маше. Наверное, подумали, что это она опять самая голодная. Поэтому... А, кстати, у меня даже эту штучку забрали. Передвигаем. Ризотто. Достаточно большая порция. Обычно ризотто такая, знаете, такая штучка, и там чайная ложка ризотто. И это очень дорого всегда. А, ну тут просто... А, нет, это я перепутала. Я перепутала ризотто с
напомните мне, как называется это блюдо, где курица, грибы, сливки, и это в горшочке. Жульен. Жульен. Да, жульен обычно очень маленьких пиндюринках таких продается. Подается. Ой, хорошо, что я заказала не жульен, потому что я уже очень хочу есть. Это же ризотто у тебя, мама. Да. Я когда заказывала ризотто, я думала, что это будет жульен. Я перепутала название. В общем, ризотто я не доела, не очень мне понравилось, невкусно. Сильно разваренный рис и не умеют его готовить дети. А Маша сидит и говорит, я агрессивно хочу попасть в эти бассейны. Мы уже просто нам надоело с мамой, мы решили, что надо уже сворачивать удочки и идти домой. Маша, нет, мы еще не везде были, не во всех бассейнах. Говорит, я уже туда хочу. Я говорю, ну иди, только там очень горячая вода. Ну так, пофиг, смотрите. Она уже вот так стоит 10 минут, никак не может опуститься. Минут 7 она, наверное, просто не могла даже ноги опустить по щиколотку туда. И оставить, задержать. То есть она реально засовывала и убирала, засовывала и убирала. А вот сейчас она стоит по колено в воде и говорит, что мне кажется, если я сейчас сяду, то я сварюсь. А температура воды там 42 градуса всего лишь. Смотрите, 42-43 градуса. А вот в этом бассейне тут вообще кипяток. Здесь 44-45, но она намного горячее, чем здесь. Что? Если вам нравится, что 42-43 это не так жарко, так вот я скажу, я в такой температуре обычно парю ноги. Парю ноги. Значит, их очень горячо, но я их постепенно туда убираю. А это котел. Адский котел. Ну давай. Остываешь? У меня красные ноги просто. Да. Что ты заспал? Хотя бы купить. Как мы с Машей принимаем спа? Мне телефон, я тебя покину. Так, это, наверное... А, это мама звонит. Мама моя уже поехала домой готовить ужин. Пригласила нас на ужин. Алло. Салатик оставить, там есть корзины для халатика. Вот, в раздевалке переодеваешься и... Все, Маша сдалась. Ладно, пошла я снимать на ее канал. Ты же нагрелась. Смотрите на лицо. Ну, в общем, думала я, что Маша просто прикалывается. Ну, знаете, на камеру подыгрывает. Говорит, я сейчас залезу, тем более я что-то залазила. Ну, мы там уже с Артемом парились и в холодную кидались тоже в ванную. Я не смогла. Я не смогла. Она реально очень сильно горячая. И проходила девушка-администратор, и мы спросили, не могло сломаться там нагрев? Может, оно греется и греется? Может, тут уже 90? Она говорит, сейчас мы мерим. И начала мерить градусник, принесла специальные для воды. Ну и оказалось, что действительно в этих двух ваннах здесь теплая, здесь горячая должна быть. А там наоборот случилось. Тут теплая, а там горячая. И мы в ту и залазили. Ну, в то, что теплая, тоже очень горячая. Я не смогла в нее тоже зайти. У Маши вон до сих пор ноги. Ноги до сих пор, смотрите. Красный. Это же, понимаете, да? Я не так долго там была, но тоже чуть не подварилась. Мы пьем чаек. И сейчас идем еще в финскую баню. Всем приятного аппетита. Попейте воды. Мы там не снимаем, потому что невозможно снимать. Запотевает. Да, но сильно запотевает. В джакузи лежали очень долго втроем. Где-то минут 30, наверное, точно. Ну и тоже там все булькает, пара много. Камеру с собой брать невозможно, поэтому оставляем. Вот кто тут больше всего релаксирует у нас.
почти никак не уйдем. Да, мы уже шли на выход и вдруг увидели аромакомнату. И такие, ой, как есть солевая, как это еще будет? Солевой холодно. А, да. Солевой холодно. Ну там просто сидишь на лежаках и соль вокруг. Ну типа это, ну надо минут 40 сидеть, чтобы пользу получить. У нас еще нет 40. А теперь мы еще смотрим Доминикану. Мы смотрим, в турагентство написали, что нам нужно в Доминикану полететь скоро компанией. Вот, отметить очередной день рождения. Мы все дни рождения, короче, отмечаем. Как вариант. Да. Вот, и нам накидали тут вариантов, и мы сейчас будем смотреть. Фоточки, разные отельчики и цены. Ты представляешь уже, что ты в Доминикане? Я просто делаю себе массаж. Мы переоделись, посушили головы. И сейчас уже едем к мамулечке моей. Я думаю, Артем уже там. Мы договорились на 7:30, а уже 8. Мы как-то немножко провтыкали. Так что, Маша, быстрее, пожалуйста. Угу. Маша сушит голову и едем. У нее сейчас случится инфаркт. Перестань. Все. Закрыть. Не прыгай, нет. Катя, все, фу! Я поглажу тебя. Все, фу! Все. Мы уже ты тут. Опять большая стала. Ну, ты быстрее обойдешь. Вот там сиди. Я так тебе поглажу. У нее основной прилив эмоций только что прошел уже. Ты бы видела, что тут сейчас. Я еле отбилась. Она у меня чуть ли не на голову прыгала. Все, это она уже спокойна. Мы с ней прыгали это тут выше уже... потолка. Вика вскочила в дом вот так. Ну, она на меня выскочила, а я начала на нее так же прыгать. И она начала вот такие круги наматывать по всей квартире. Так, обувь надо прятать. Последний кадр я сняла случайно на Машин фотик. И она его использовала в свой влог. Мы об этом даже не поняли. Вот, так что с вами прощаюсь. На этом влог мой заканчивается. Он такой небольшой получился, коротенький, потому что мы больше сегодня отдыхали, чем снимали. Спасибо всем за просмотр и за ваши чудесные комментарии. Обнимаю, целую, всем пока. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовься. И подписывайся на канал Виктория.